Прошедший год стал для столицы Чувашии рекордным. Речь про ввод в эксплуатацию жилья. Установлен новый рекорд по вводу жилья в город Чебоксары. Мы об этом говорили в конце года. 405 тысяч квадратных метров. Такого объема не было в Чебоксарах никогда. Нынешняя цифра на четверть больше, чем в прошлом году. В планах на 2019 побить этот рекорд и построить 430 тысяч квадратов. Потенциал есть и на 500, отметил Алексей Ладыков. Также за прошлый год удалось сдать ряд проблемных объектов. К примеру, один из домов комплекса «Синяя птица», дом по проспекту Тракторостроителей 11А и другие. И перекочевавших в Новый год проблем. Позиция номер 6 по Гражданской, 83 по улице Калинина и еще 5 домов. Все они останутся на контроле чебоксарских властей.